Здравствуйте, наши дорогие подписчики, гости нашего канала, кто просто зашел к нам на минутку. Привет с города Омска. Сегодня вот. Ну ладно, мы отклонились от темы. Сегодня я хотела бы с вами посеять лаванду. Вот, я уже приготовила баночку. Тут у меня, конечно же, есть отверстие. Вот показываю. Во всех баночках есть отверстие. Сюда я приклеила эту ленту строительную. Скотч строительный, простите. Вот. Напишу, когда мы с вами посеяли лаванду. Лаванду почему, скажете, так рано? Потому что, хотя пакетик у меня лежал в холодильнике, ну, на верхней полочке, не в самой морозилке. Вот. И это... Она требует длительной стратификации, лаванда. Я ее как-то сеяла тоже вот так вот, когда я посеяла. Также вот земельки я насыпала сразу, чтобы вас не отвлекать. Почву, какую мы купили, я вам показывала в начале ролика. Вот. Земельки насыпала. Что мы делаем с вами дальше? Мы сейчас, я уже приготовила спринцовочку, просто прольем этот грунт. Видно будет, не видно. Вот, мы проливаем его, грунт этот. Ну, сильно много не надо. Просто так, чтобы, можно сказать, увлажнить почву. Посеем. Ой, как здорово. Уже начались. У нас снег идет на улице. А мы сеем с вами лаванду. Вот, мы с вами сейчас ее прольем. Вот так мы ее прольем. Так, не взяла я, елки-палки. Тарелочку. Ладно, возьмем, пока займем у Розочки. Вот сейчас мы с вами откроем наш пакетик. Ну, семена, я вам скажу, достаточно так не сильно крупные. Так, средние, будем говорить. Раскладывать их по одной я, конечно же, не буду. Почему? Потому что это, во-первых, долго и муторно по одной. Сейчас мы с вами высыпем. Они хоть не хотят никак они высыпаться. Приклеились прям. Вот я вам уже говорила, что... Ты посмотри, что не хочет, и все тут. Вот. Ну, вот видите, они какие семянки. Будем их так сыпать. Я уже говорила, я сеяла лаванду. У меня они взошли, выросли, даже начали цвести. Вот, морозила я их. Вот сейчас я их посею и накрою. И буду их ставить туда, на тот холодный балкон, чтобы они у меня прям с месяц, они у меня там будут стоять. Ну, как рекомендуют, месяц-полтора, чтобы она была в замороженном виде. Ну, у нас там холодно, я думаю, что хоть и балкон застекленный, но все равно там холодно. Там зимой у меня там как холодильник. Ну, и Владимир Павлович там ходит, курит. Так, ну ладно, отклонились опять от темы. Вот, сюда в грунт я положила вермикулит. Вот, ну сейчас будем с вами сеять. Я так на пальчик и вот так вот потихоньку все буду...
Вот так. Я давно уж собираюсь. Ну, как давно? Я говорила в предыдущем ролике, что лаванду буду. Ну, что-то все никак да никак. Все ждала, пока съездим в магазин, пока купим земельку, пока все это... Ну, вот, ничего страшного нету, посеяла. Чтобы... Где у меня, господи, опять же... А, вот, все под рукой. Чтобы можно сверху присыпать чуть-чуть вермикулитом. Можно и не присыпать, но я чуть-чуть присыплю. Прям, как некоторые говорят, вот так вот посолю, присолю, чтобы... Сильно семена маленькие, мы их сильно закапывать не будем. Вот, и все. Сейчас чуть-чуть мы тут сбрызнем сверху. Чтобы наши семянки соприкоснулись с земелькой и маленько их прибило, можно сказать. Ну вот так, все. У нас сегодня... 13 декабря. Декабрь, 12 месяц. 21 год. Вот. Написали, когда... А, сейчас напишу, что посев. Ну, вот и все. Тут мы написали, когда я посеяла... Лаванду. Стрелка. Ну, кто... Можно просто бахилу надеть. Можно просто эту, как ее, в целлофановый пакетик поставить. Кто как, кому как удобнее, будем говорить. Мне удобно так. Потом, что это самое. И она, видите, как получается. Вот, все. Вот так вот она у нас. И видно будет, что и как там происходит. Потом она через месяц, через полтора, ну, где-то в январе, наверное, я ее занесу домой. А там уже дело, какие семянки, как, что и как они взойдут. Так, где-то тут у меня была еще резиночка. Никто не видел? Никто не брал? Ладно, возьмем эту. Можно вот так сделать. Варится. Сегодня я хотела вам показать, как у нас подросла лаванда, которую мы сеяли 13-12-21 года. Это в декабре. А она у меня стояла в заморозке на балконе, на холодном. Вот, достала я ее оттуда 11 января. Вот, посмотрите, как она... Где у меня карандашик? Видно палочку тут? Да, видно. Ой, вот, видите, вот выходит тоже. Вот маленькая. Ну, вот еще так малепусенькая выходит. Все у нас получилось. Я уже говорила, я садила эту лаванду такую же, но она у меня... Маленько я ее сама подпортила. Вот. Ну, с лавандой. Лаванду я вам обещала показать. Вот так вот она у меня всходит. Стоит она у меня на подоконнике. Буду ставить ее под свет. Под лампу. Так, ну, ее пока мы уберем. Ну, вот с лавандой мы с вами закончили. Теперь будем приступать к другим посевам. Всем пока-пока. Заходите на наш канал.